Да, не. Обнаружила челнок, о котором говорил Хэммонд. Черт! Его процессор не отвечает, это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе. Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть двери. Тебе нужен ключ техкоманды. Если найдешь все запчасти, мы сможем запустить его. Thank you.
Кому вы молитесь, когда все кажется безнадежным? Вот доктор Кросс верил по-настоящему. Теперь она ждет своей трансформации, рождения. А вы готовы, мистер Тампл? Конечно, готов. Не стоит бояться. Сыграйте свою роль. Узрите же раскаяние настоящего верующего. Они готовы. Возьмите их. Поглотите их.
Мистер Кларк, нам действительно необходимо поговорить. Я рядом с вами, и я знаю, вы захотите меня выслушать. Я могу все объяснить. Я... Исходит. Соберите навигационные карты, и я впущу вас на пост охраны. Нам есть что обсудить. Поспешите. Thank you.
Система жизнеобеспечения спального блока Б отключена. Тут должен быть рычаг открывания двери. Системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Зона А. И контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Thank you.
Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Зона нормального давления. Зона нормального давления. Зона опасная. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Зона нормального давления. Thank you.
Зона невесомости. Зона гравитации. Зона невесомости. Начинаем игру. Уровень 1. Зона гравитации. Исполняется Божья воля, и мы ее исполнители. Мы вознесемся, и мы всегда это знали. Юнитология права, а ваша смерть станет первой.
Да не испугают вас физические методы трансформации. Любой физической формы. Глупцы. Не слушайте их. Это то, что мы искали все эти годы. Мы столько ждали. Не слушайте их. Вернитесь. Вернитесь. Как посмел ты отвернуться? Не предавай свою веру. То, что происходит в колонии, это не трагедия. Это правда еще. На планете Мари мы обнаружили обелиск. Исполняется Божья воля, и мы ее исполняем. Мы вознесемся, и мы всегда это знали. Юнитология права. Станет первым. Да не испугают вас физические методы. Мы столько ждали! Не слушайте их! Вернитесь! Вернитесь! Как посмел ты отвернуться от церкви в этот роковой час? Не предавай свою веру! То, что происходит в колонии, это не трагедия. Это Божья правда еще невероятнее. На планете Планетари мы обнаружили обелиск. Исполняется Божья воля, и мы ее исполним. Мы разнесемся, и мы всегда это знали. Юнитология права. Мой друг, ты проявлял чудеса находчивости, но сейчас мои творения на свободе, перерожденные в самом горниле жизни, пришел мой час.
Отличная работа, мистер Кларк. Отличная. А теперь я буду ждать вас в отсеке дирекции. Дверь открыта. Поспешите. Айзек, будь осторожен с Кейном. Сейчас его записи мой основной источник информации. Он точно спятил. Его поведение не поддается контролю, и он способен на насилие. Что ты сможешь починить челнок директора и покинешь это место, но сейчас это невозможно. Силовой двигатель челнока уничтожен. Нет, 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 нет. Не теряй надежды, не теряй. Сначала я сам потерял надежду. Я пытался уничтожить корабль, вывести из строя его системы. Но Амелия, она все изменила. Церковь! Они считают обелиск святыней, но они не знают, что тут произошло! Не знают, что они выпустили на волю! Смотри, смотри, смотри!
Смотри на это! Вот, что мы нашли внутри планеты. Мерсер назвал это разумом Роя. Это источник телепатического контроля некроморфов. Мы были глупцами! Но Амелия, она знала, что это можно остановить, вернув обелиск на планету. Обелиск удерживал разум внутри. Верни обелиск и снова запечатай разум Роя. Пожалуйста, прости меня, Амелия. В этой трагедии большая часть моей вины. Теперь мой долг положить этому конец и искупить свой грех. Но ты можешь помочь мне. Если ты починишь челнок и погрузишь обратно в него обелиск, мы остановим это. Навсегда. Основным приказом было забрать обелиск с планеты и доставить его на борт.
Доктору Кейну, офицеру по науке, эксперту по известным обелискам, предписывалось его исследовать. Как он говорит, в этом направлении уже много достигнуто. Мое решение объявить карантин в колонии вызвало недовольство. Но внизу разразилась какая-то эпидемия, и я не позволю инфекции проникнуть на корабль, когда на борту столь ценный груз. Когда мы так близки, завтра мы вскроем планету и продолжим изучать обелиск. А когда вернемся домой, то передадим все находки церкви. Теперь правительству не удастся скрыть правду. Великолепно, великолепно! Подожди меня, я уже выхожу. Много времени в запасе, чтобы сделать все правильно. Челнок необходимо вывести из ангара до запуска. Контрольная панель здесь. Ты проследишь за процедурой расстыковки, а я запущу двигатели челнока. И тогда мы объединимся. Поспеши. Я подведу челнок к причальной палубе, а обелиск держит там. Замки челнока отключены.
Я на пути к причальной палубе. Найди меня там, и мы погрузим обелиск на челнок. Да, Амели. Скоро я отвезу его домой. Не уверена, насколько Кейн контролирует себя, но нам нужен шаттл. Так что давай не портить с ним отношения. Пока. Пришло твое время. Не надо бояться. Не надо сопротивляться. Многие прошли перед нами. И сейчас наша очередь вместе переступить порог смерти. И позволить будущему свершиться. Так идем же со мной, ибо я узрел лик Господа.